Обращаюсь ко всем. Я Дарина. И сегодня четвертый день кошмаров. В нашей школе все заражены. Лера, Влад, Валентина Ивановна и даже Аня. И всему этому я сегодня решила поставить конец. И для этого мне молекула Геннадьевна дала противоядие. Вот оно. И это я его хочу подлить в стакан Валентины Ивановны, откуда она все время пьет кровь. Ладно, я пошла, потому что меня сейчас заметят. Можете по запаху угадать группу крови? Да, можем. Это вторая положительная. Нет, третья положительная. Нет, первая положительная. Нет, все-таки третья. Нужно вам поближе принести. Пока не пробуем, только нюхаем. Ну что, изменили свое мнение или на той же группе остановились? Это третья. Нет, третья. Это первая. Третья. Третья, да. Первая. Третья. Ладно, попробуйте, только чуть-чуть. Вкусу легче определить, какая группа? Все равно, я думаю, что это третья. И я думаю. Это вообще кровь не человека, это кровь кролика. Влад, какого кролика? Это кровь Посейдона Океановича. Девочки, молодцы. Вкусная кровь, как ты мог перепутать с кроликом? Да, вкусный был инструктор. Да, много крови с него нацепили. Следующий образец. Кровь очень знакомая вам должна быть. Я думаю, вы угадаете. Но, успокойтесь. Тихо, умейте сдерживать себя. Нюхаем. Пока нюхаем, не пробуем. Поспокойнее. Услышали, чья это кровь? Аромат. Аромат какой идет. Да. Да, это Анжелика. Я ее первую укусила. Вкусная кровь была. Молодцы. Я в вас не сомневалась.
Давай, иди сюда быстрее. Иди сюда. Давай. Садись на место. Дайте нам, пожалуйста, попробовать дыринь. Ладно. Молодая, вкусная. Потихоньку все не выпиваем. Потихоньку. Сейчас вам конец будет. Да, теперь я. Внутри прям все поменялось. Вкусная кровь ударины. Да, внутри все меняется, как будто бы. Получилось. Чувствую прям что-то внутри так поднимается. Спасибо, Даринка. Вкусная кровь у тебя очень. Молекула Геннадьевна давно с нами, а тебя на крысиную кровь дала. Thank you.
конечно. Жизнь теперь у нас вечная. Валентина Ивановна, ваш шикарный букет. Угу. Да, мертвое, все красивое. Правда, девочки? Нет, Валентина Ивановна, я живое люблю. Да, Валентина Ивановна, я тоже люблю все живое. Вам еще не понять, что мертвое лучше живого. Фу, от тебя воняет. От нее глаза режут. Согласна с вами обеими. Воняет и глаза режет. Валентина Ивановна, а какой у нас сейчас урок? Тетрадки нужно доставать? Выживание среди живых – это новый предмет теперь у нас. И для начала, если очень хочется пить, то можно попить и животных. Фу, Валентина Ивановна, в смысле попить животных? Что вы имеете в виду? Не тупи. Вам не понять. Поймут скоро все. В людных местах питаться нужно так, чтобы другие этого не видели. И сейчас я покажу, как это нужно правильно делать. Дарина, выходи ко мне. Я? А что вы будете делать? Покажу, как правильно нужно кушать. Ближе подойди ко мне. Дарина, не подходи близко, она тебя сейчас укусит. Ближе. Снимай. Нет. Снимай. Нет. Иди на место. Аня, выходи ты ко мне. Я не хочу, ставьте мне двойку. Я не буду такое учить. Пригодится еще в жизни тебе. А пока рановато. Лера, Влад, выходите ко мне оба. Влад, ты меня вкусил за палец. Да. А надо кусать за шею. Покажешь, как это правильно делать? Смотрите. Вот. Целики с нами соумнички. Валентина Ивановна, я не могу сесть. Валентина Ивановна, здесь серебро. Подбросила уже. Отойдите в сторону. Мы это так не оставим. Садись. Об этом я и говорю. Не только серебро, а еще осиновый кол, крест, зной. Людишки против нас много чего используют, но мы все равно будем жить вечно. Дарина, в следующий раз мы возьмем еще кресты и кол. Мы вас и живем с этого света. И живешь, говоришь? Иди попробуй. А я вас не боюсь. Ближе иди. Я вас не боюсь.